Этот Игнатов. Да? А вот исключили из Лиги Европы. Нет ощущения, что зря все было в матче с Наполи, с Лестером? Ну, в историю войдет, поэтому я не могу сказать, что какие-то игры были. Легионер массово уезжает в УПЛ. Не знаю, ребят, это не комментирую, не знаю ничего. Так, оставьте немножко подальше, так, не мешайте. Руслан, ну нет в целом настроения такого, что теперь русские футболисты в лиге главные? Что именно от вас зависит судьба команды по итогам? Посмотрим, как будет, узнаем. Неизвестно, никто же не знает ничего, поэтому узнаем. Вы как на эти все перемены реагируете? Есть нервозность какая-то или спокойно? Пока никак, если честно. Ну вот зная политическую вот эту обстановку, тяжело вообще выходить на поле. А? Ну вот зная вот эту политическую обстановку, ситуацию в мире, на поле тяжело выходить? Мы должны играть, не думать ни о чем. Руслан, ты считаешь, да, что это спортивное решение отстранить «Спартак» от Лиги Европы? Ну, не мне решать. Ну, твое мнение? Не знаю. ЦДСК поддержал это решение, тебе не кажется это странным? По поводу позиции на поле, как ты к этому отнес? Главное помогать команде, поэтому без разницы. Насколько тебе комфортно? Комфортно. Теперь да.